Записывать. Забыл уже, где запись включать. Так, ребят, значит, включаю демонстрацию экрана. Так, ребят, всем привет, да, у нас сегодня Zoom такой, как я даже не знаю сказать, экстренный, не экстренный, такой вот, с бухты-барахты, да, ребят. То есть сегодня мы показываем движение в автохаусе. То есть конкретно движение в автохаусе. Так, сейчас я отключу комментарии. То есть вживую, да, как это выглядит, как вживую человек получает большие деньги в автохаусе, 7200, в столе 800. Я вам сейчас сначала покажу, вот на примере у нас будет, получается, на примере вот этого стола, вот мой партнер Сауле, да, стоит, она у меня с Казахстана, очень активный партнер. Вот на примере стола 300 я вам сейчас расскажу, как вообще маркетинг работает, да, вот смотрите. Так, принимать. Вот смотрите, ребят, то есть получается, когда вы заходите в стол 300, да, автохаус, вот он, вот, оплачиваете $300 плюс 5, да, долларов, если вы новичок, ну, компания списывает один раз, да, и в два шага идет вот так возврат, да, ваших денег. Вот первый человек сюда встает, неважно, ваше место или партнер сюда встает, как только вот сюда встает вниз, да, вот как я всегда говорю, как только вниз встает первый человек, вот с этого первого человека вам идет возврат $300. Все, то есть в столе автохаус, в каждом столе их 4, да, 300, 900, 2700, ну, кроме стола 800, в столах 300, 900, 2700, выплата у вас один раз, то есть вот это с первой нижней точки, да, и поскольку программа накопительная, то есть, понимаете, чтобы получить большие деньги, ваши денежки должны немножко накопиться, да, потому что с воздуха деньги не могут браться, да, откуда такие большие деньги с воздуха, то есть они подкапливаются, и на следующем столе вам отдается эта сумма. Вот смотрите, на примере стола 300, вот вам отдали $300, да, в два шага, то есть, понимаете, стол еще пустой, вот представьте, что стол здесь пустой, да, никого нет, вот, стол здесь пустой, в два шага вы забрали свои $300, да, и вот когда у вас здесь, ребят, вот встает сюда вниз человек, сюда вниз человек, сюда вниз человек, то есть это получается 300, да, 300, 300, вот они $900, вот эти $900 у вас скапливает система, вот, и на эту сумму вам прокупает следующий стол, вот они деньги, да, на которые прокупает нам программа следующий стол, то есть деньги не с воздуха. Это настоящие деньги, да, это люди заходят у вас, активируются, да, то есть ваши партнеры, ну, там, или партнеры вашего спонсора, или партнеры партнеров, неважно, да, тот, кто встал в эти клеточки, вот. И смотрите, на примере стола 800 я вам сейчас покажу, так, сейчас, минутку, ребят, то есть на примере стола 800, вот он, стол 800, да, на столе 800, вот когда вы попадаете на этот стол, все, это вообще просто шоколад-мармелад, да, то есть вы стоите наверху стола, вот, и каждая вот эта нижняя точка, вот это, вот это, вот это, вот это, эти все выплаты, да, то есть эти все точки, они идут на выплату, то есть если стол 300, 900, 2700, они как транзитные столы, то есть вы их проходите, вот эти выплаты собираете, да, 300, $900, $2700, ну, понятно, по нашей стратегии все по три раза, да, как бы это, я не буду сейчас на этом моменте останавливаться, вот, только одна выплата, да, в столе, но в столе 800 у вас сразу 4 выплаты, то есть 4 точки вот эти все, тут уже ничего не накапливается, понимаете, тут уже ничего не накапливается, все вот эти точки внизу, 1, 2, 3, 4, да, все идут на выплату. Плюс клоны. Вот смотрите, ребят, первая точка, вот она, видите, вот мой партнер стоит, Лена, да, я получила 800, первая точка. Вот как только будет вторая точка, мне будет выплата $7200, да, и три бизнес-места, стол 300, то есть назад в стол 300 вас отправит система. Для чего это делается? Для того, чтобы закольцевать вас в системе, да, чтобы вы прошли этот путь еще не раз, и не два, и не три, да, то бесконечное множество. То есть вы же сюда пришли постоянно зарабатывать, да, то есть на постоянной основе, потому что компания работает уже 3 года, да, она и будет работать, да, много-много лет, поэтому вы будете постоянно зарабатывать. Вот эти три бизнес-места идут в стол 300. И заново дают вам выплаты. То есть каждое бизнес-место – это ваши деньги. То есть вы будете получать 3 раза по $300, 3 раза по $900, 3 раза по 2700, и 800 перейдут эти места. Вот здесь то же самое. Здесь тоже вы получаете 7200 и тоже 3 бизнес-места. Вот здесь получаете 7500 и 2 бизнес-места. Вот здесь последнее, да? То есть получается всего 8 бизнес-мест. Представляете, 8 бизнес-мест опять в стол 300. То есть ваш доход, он высмеряется,
усмиряется, да? Ну, понятно, по нашей стратегии, поскольку мы идем все тремя местами в автохаус, с первого круга, да, он у вас в 24 раза растет, потому что каждое место вам приносит по 8 бизнес-мест дополнительных, да? Так, сейчас, ребят, приму тут людей. Вот, то есть это вот вкратце, это самое, так, сейчас удалю. Вкратце, да, маркетинг вот автохауса. Думаю, немножко, да, понятно. Потом вопросы зададите. Сейчас не буду на вопросы отвлекаться. Саш, сейчас, наверное, уже движение, да, будем, чтобы не задерживать долго. Давайте, давайте. Мы сейчас показываем, как да. Человек у нас зайдет на стол 300, да? Да, один единственный, ребят, один единственный. Ни там, ни 50 человек, ни 100, ни 200, да. Один единственный человек сейчас зайдет в стол 300. Произойдет движение. В столе 300 у человека закроется стол. В столе $900 у человека закроется стол, в $2700 у человека закроется стол, и человек перелетит в стол 800 и получит $7200. Представляете? И три клона. Да, и три клона. И я покажу, как эти клоны полетят, и как их еще и расставить. Я вам покажу. Так, вот смотрите, ребят. Так, сейчас минутку тут соображу. Получается, мы будем закрывать, вот смотрите, какой у нас будет путь. Давайте сначала я вам покажу путь и дальше пошагово, да. Вот смотрите, у нас получается в столе 300 сейчас закрывается Сулей. Это мой партнер. Так, сейчас приму. Она у нас сейчас закрывается в этом столе. То есть вот сюда, в эту точку. Я сейчас, вот видите, крестика сейчас нет, да. У нас, кстати, все через бронь. У нас бизнес полностью вами управляется. То есть на самом деле, ребят, это круто. Ваши люди встают туда, куда вы считаете нужным, да, поставить ваших людей, а не так, что куда там программа поставила, и вы сидите, ничего понять не можете, куда все разлетелись, да, никто никуда не разлетается, все четко встают туда, куда вы, ну, так скажем, скажете встать, да. Вот, вот Сулей сейчас поставит вот сюда бронь в виде крестика, я вам сейчас все покажу. У нее здесь встанет личник, получается, у нее вот так закроется стол, она полетит в стол 900. Куда она полетит в стол 900? Я вам сейчас покажу. Она полетит в стол 900 вот сюда. Вот сюда для нее я поставила... Так, вот здесь вот немножко у меня сейчас обновлю, ребят, минутку. Так, 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 так. Так, минутку, минутку. Обновить, вот. Вот, вот все, я обновила у нас это самое у Ларисы место здесь. Вот смотрите, ребят. Сейчас еще приму. Все, приму, все сразу заходят. То есть вот смотрите, видите, вот обновил, у меня уже здесь уже второе место у нее стоит. Вот смотрите, в стол 900 полетит вот сюда Сауле по броне. Поскольку Сауле – это мой личник, бронь ставлю я. Вот смотрите, бронь я уже поставила. Сейчас я вам покажу, вот так подведу мышка, видите? Марго 2019, стоит моя бронь, это мой логин, да, многие его знают. Все, то есть я вот сюда поставлю Сауле, бронь уже стоит, вот он этот крестик, она сюда встанет. То есть я поставлю по броне, я решила ставить вот сюда. Это тоже мой партнер, ее зовут Нурияна, кстати, тоже с Казахстана. Вот, она вот так закроется и полетит в стол $2700, да? Понимаете, она полетит в стол $2700. Дальше что происходит? Открываем стол $2700. Вот стол $2700. Так, ребята, сейчас принимаю. Вот сюда я поставила бронь для Нурии. Видите, опять же, вот уже для Нурии. Вот, вот он стол. Вот он, да, мой, это уже мой клон, ребят, это уже клон, это по второму кругу автохауса движутся мои клоны. Вообще, представляете себе, вот, вот они вживую, да, кстати, эти клоны, как они движутся, да, про то, что я и говорила, вот эти клоны закольцуют вас и бесконечный доход, да. Вот сюда, в точечку, в эту, да, в этот крестик, в эту квадратик, да, встанет Нурия, получается, закроется мой клон и полетит 8100. Полетит в 800. Куда же он полетит, ребят, да, вот этот клон. Может, не будем, Саш, пока говорить, куда полетит? А, давайте не будем, да. Давай не будем. Короче, ребят, смотрите, сейчас я что делаю? Сейчас я, в общем, захожу к Сауле и активирую, ну, она ставит сначала бронь. Я сейчас пока демонстрацию останавливаю немножко, да, потому что, чтобы данные вы не видели. Так, захожу к Сауле, ребятки, сейчас, минуточку. Кстати, я хотела добавить, что почти во всех столах у Яны одни личники становятся под других. Да. Ребята, это краудфандинг, понимаете? Если вы боитесь, что в автохаусе новички не продвинетесь, то ничего подобного. Здесь двигаются все рано или поздно, двигаются все, не бойтесь. Здесь вообще бояться нечего, тут... Тут как бы личники под личников, партнеры под партнеров. Здесь нечего бояться вообще. Так, сейчас я, ребят, вам покажу, как я поставила бронь, да?
Сейчас, минуточку. Чтобы вы видели, что бронь действительно стоит, что у нас все по броне, понимаете? Четко все по броне. Что попало, у нас делать не надо, то есть у нас все по броне. Так, сейчас зал ожидания, сейчас приму. Так, демонстрация. Поэтому все нужно проверять, чтобы брони стояли правильно. Да, обязательно, обязательно, ребят. Все нужно проверять. Да, вот смотрите, вот видите, не было брони. Сейчас обновлю. Хлоп. Видите, вот она, бронь стоит, Сауле, видите, вот она, Сауле, вот ее логин, вот бронь стоит, все. Теперь я захожу в кабинет ее личника, вот личника Сауле, и активирую стол $300. Ребят, все, сейчас активирую стол $300, и кто-то получит 7200. Да, собственно. У меня такие даже от таких слов. Я уже сижу, блин, на это самое. Так, подождите, пока остановлю, да, зайду в кабинет личнику. Минуточку, ребята. Ребята, наша компания все равно, вот что, сколько отдать вам на баланс? Вот если положено, вот 7200 возьми, получай, выводи. Да. Понимаете? Все равно, что там $30 или 800, или 7200. Да, да, ребят. Вообще компания абсолютно вообще без разницы, да. Сравнить, да, казалось бы, вроде $30. Ну, что там $30 отдать? Ну, вроде $30 же, типа, нормально, да? А 7200 нехило так отдать, да, человеку обычному? Да. Так, ребят, сейчас включаю демонстрацию опять. Так, сейчас минуту. А вы представьте, что бы вы купили на эту сумму? Да. Так, кабинет виден, да, ребят? Всем видно кабинет? Да, вас видно. Так, кабинет видно. Вот смотрите, сейчас все проверим сначала с вами. Вот смотрите, спонсор. Так, сейчас минутку зачеркнула. Спонсор, да, Сауле Козова, все видят? То есть проверяем спонсора, что действительно спонсор Сауле Козова, да? То есть это что значит? Значит, бронь ставит она. Все четко, да, все проверили. Вот, ну, вышестоящий я, понятно, да? Все, вот они, деньги у человека на балансе. Вот смотрите, вот, вот у человека деньги на балансе. Так, сейчас приму минутку. Вот, да, видно, да, на балансе $305. Вот он, активация автохаус, да, сейчас будет $305, ребят. Сейчас. Ура! Так, вот. Одно движение мышкой, ребята. Одно движение мышкой. Вообще, ребят, представляете, вот, вот стол 300, вот, все смотрим. Вот, мне даже заходить в него не надо. Вот, просто нажать вот эту кнопочку, ребят. Все, я сейчас нажму эту кнопочку. Сейчас. Все готовы. И потом зайду в кабинет и вам все покажу. Так, ребятки, так, очищаем. Так, нажимаю купить. Ну, давай, Янчик. Все, уже все, уже все, ничего не вернешь. Так, покупаем. Да. Фух, купили, все, ребятки. Так, сейчас, смотрите, сейчас зайду, открою. Вот он, видите, появился. Хотела еще дату вам показать. Вот она, 14 июля, да, только что активировали на ваших глазах. Так, сейчас пока останавливаю демонстрацию. Зайду в кабинет, ребят. Давно у нас не было таких выплат уже, мы соскучились. Вообще, просто. У меня давайте каждый день команда ждем. Вообще. По 7200, по 800, по 2700. Все реально, реальные деньги. Вот они нам компания отдала. Да это вообще, Саша, это просто, я не знаю, ну, Анна Михеева такую компанию создала. Для простых людей, ребят, вот что мне нравится, для обычных людей. Потому что я же говорю, ну, понимаете, люди, которые умеют строить команды, они заработают везде, абсолютно везде, да? Да. Так. А у нас простые люди доходят. Ребята, сейчас, включу демонстрацию экрана. Я уже вижу эти деньги. Супер. Вот, пожалуйста. И клоны, да? Клоны, вот, ребят, смотрите, баланс. Вот вы хотите у себя на балансе увидеть такую сумму? $7200, ребят. Все хотят, вот, конечно. Пожалуйста, так, дату смотрим, 14 июля, да? Автохаус, стол номер 4, вот они полетели клоны, видите? Один улетел к спонсору, два других висят на балансе. Вот обратите внимание, ребят, вот они, клоны, да, и вот он баланс, видите? Вот он баланс $600. Вот про что мы все время и говорим, да, что клоны, они не летят бездумно, они не разлетаются в разных направлениях, они кладутся вам на ваш баланс, понимаете, на ваш баланс, и вы можете хоть неделю смотреть на этот баланс и думать, а что мне поставить, что не поставить, да, понимаете? Вот первый клон улетел к спонсору, вот смотрите, сейчас я вам открою два других, вот прямо на ваших глазах, да, Саш, давай расставлю этих клонов. Просто давай, очень интересно, да. Вообще очень интересно, я думаю, всем перейти. Ну, например, поставим мы, например, вот сюда.
Вот сюда. Вот, вот, видите? Тут у меня уже новички стоят новенькие. Заметили, да? Вот они, новички уже стоят. Ну, например, поставлю под этого новичка. Эти два клона, да, Саш? Как ты думаешь? И что произойдет-то, ребят? Вот смотрите, я сейчас вот сюда первого клона поставлю. Что будет? Будет выплата опять. $300. Да, вы представляете вообще? Ставя своих клонов, ты опять получаешь деньги. Со своих же клонов. Понимаете? Да это вообще супер. Ну, так, ставлю, ребят, бронь. Вот смотрите, ставлю бронь. Все по броне. Сейчас бронь сюда. Вот она, пожалуйста. Видите, бронь стала так. Выходим. Но клонов, ребят, мы активируем вот здесь. Вот смотрите, это важный момент. Вот он, создать клона, видите? Создать клона. Не вот здесь, да, стол покупаем, когда вот эти клоны к вам приходят в столе 8100. А вот здесь создать клона. А, кстати, в столе 8100 мы сейчас еще посмотрим. У нас там кто-то что-то тоже, кому-то сюрприз произошел хороший. Плечика. Да, плечика, кому-то плечика. Да, мы сейчас, мы, потому что у нас краудфандинг, ребят. Сейчас, в общем, смотрите, создаю клона. Так, смотрите, давайте создать, да, нажимаю. Хоп, да. Писалось, смотрите, видите, $300 осталось. Проверяем, да, проверяем, встал ли он по нашей броне. Опа, видно, встал по нашей броне. Опа, видите, еще $300. Да, сейчас начисление. Вот, пожалуйста, вот они, да, было минус 300. Стало минус 300, минус 300 и 300, да, плюсом. Вот они пришли, начисление средств, да, ребят. Давайте второго клона активируем, да. Вот видите, есть... сама беру, ну говори, Саш, говори. Смотрите, выплаты даже не 7200 получилось, а 7500. Да, 7500 за раз, сразу хлоп, 7500, вот тебе, пожалуйста. За счет клонов. Да. Клонами мы управляем только мы, сами. Вот только этими. Мы, только мы. Да, нам первый спонсорский, да, Саш? Первый спонсорский, он там к спонсору улетел. Бог с ним, да. Он там летит, потому что спонсор с нами работает, он тоже, он же не просто так работает, согласитесь. Да, тем более, спонсор это тоже ты. Да, спонсор это тоже я. Он же не просто так работает, спонсор это тоже я. Вот смотрите, поставила бронь, сейчас иду опять создавать клона. Именно создавать клона, не покупать стол. Не путайте, ребят, вот создать клона опять нажимаю. Вот эти видите, две здесь специальные такие для клонов. То есть это когда компания вам дает клонов. Вот этих вот имеется в виду. Вот здесь 15-й клон все время падает, да, Саша? А вот здесь 300-й клон. Вот они в разных местах падают. Нажимаем создать клона. Все, видите, списалось 0, все, по нолям. Все, я расставила, да, как захотела, бронь поставила. Переходим, смотрим. Вот, все, пожалуйста, вот они встали. Вот, видите, два точка. Две точки осталось, и все, и пошел 900. Так, вот видите, как быстро. Да, очень быстро. Теперь, ребят, я хочу показать, кто же у нас... А, 7500, смотрим баланс, да, вот он, действительно, 7500, да, Саш? Вот он, пожалуйста, был 7200, стал 7500. Открываем стол 8100, да, Саш? Барабанная кровь, кто у нас там, что у нас там? Вот у нас счастливчик с плечиком от спонсора. Сам спонсор стал в плечо. Вообще супер. Один шаг, Аня, ты так, здесь, ты представляешь, тебе вот, вот у тебя каждый сейчас партнер тебе даст выплаты, просто, просто каждый. Так, ну что, Саш, тогда все, включаем. Включаем микрофоны людям. Да, давай, сейчас, сейчас я тут соображу, где тут опять включать, сейчас остановлю пока. Там же, где три точки эти, да? По-моему, да. Разрешить участнику включить свой звук, так. Ну все, ребят, в принципе. Аня, ты здесь? Я тебя поздравляю. Спасибо тебе огромное, у меня ноги трясутся. Ноги трясутся, руки трясутся, да? Да, да, ноги как вата, трясутся руки. Да, да, точно. Вот это сюрприз, спасибо огромное. Видишь, как, да. Спасибо вообще. Предупреждать надо, я бы хоть валерьянки выпила. У тебя, Кан, поздравляю. Вот так, ребят, видите, как круто, как легко и просто работает автохаус. Да, один человечек активировался просто. Один зашел на 300, произошло движение везде, во всех столах, да? Начиная со стола 300, 900, 2700 и полетел 800 человек. Представляете вообще? Ох, как здорово, да? Хорошая загадка. Ребята поздравляют все души, а сам пошел за полотенцем. $7500 зарплатка, да? Просто за вечер, да, Саша? Это что у нас, сколько денег-то? Сейчас посчитаем. Мне интересно. Посчитаем по нашему курсу. 615 тысяч, ребят, 615 тысяч от одного нажатия кнопки. Это как вообще? Я тоже пошла за полотенцем.
Вообще я в шоке, ребят. Вот просто как, вот понимаете, как люди могут пройти против бифри? Я вот уже не знаю, что людям показывать, честно. Вот уже вообще просто. Все людям показываешь, по-моему, уже. Я уже не знаю, да? Да, причем смотрите, сколько людей у нас сдвинулось, да? Вообще. Один перешел, Саулия перешла в 900, ребята. Это значит, что скоро у нее выплата 900. Она раз, на шажочек выше да. поднялась. Да. Вот маркетинг. Нурия перешла в 2700. 2700, да. На шажочек выше, понимаете? Кстати, я тоже сегодня обрадую, она тоже об этом еще не знает. Никто ничего, ребят, не знает. Никто. Вот только Аня у нас узнала. Вот так, ребята. Это автохаус. Команда «Грудь крутая». Вообще бомба. Компания «Бифри». Все к нам. Все к нам, ребята. Абсолютно все. Так, через 15 минут у нас начинается голосовой в гостевом чате. Приходите. Ведут Валентина Булатова. Яночка, поздравляю. Спасибо, Галюнь. Так интересно все прям. Я успела на самый главный момент. На самый интересный момент. Я успела. Класс. Анечка, слава богу, с нами была. Все увидела. Да. Обалдеть. Да. Супер. Вот правильно, Яна, ты говоришь. Куда люди вообще смотрят? Вот что еще показать им? Я не знаю. Ну что еще можно показать, если все наглядно? Все наглядно. Ребята, все показано, все видно. С кабинета. Хотела добавить, что у Яны это 13-е выплата. 13-е, ничего себе! Твое счастливое число. Да, ребят, счастливое мое число. Я родилась 13 числа, и сына родила 13 числа. Да. Вы вообще представляете? 13 выплат по 800. 800. Это как вообще? Мы все имели. Ян, я там немножко, короче, да, мне нравится. Это как вообще? Что, говори. Что, не выдержал? Короче, я там уже в чате скинула с гостевым. Тебя там уже поздравляют. Я просто шустрик. Ты вообще шустрая, блин. Я бывает скрин только положу, еще даже голосовой не запишу. Настя уже все рассказала, все показала. Ну а что медлить-то? Смотри, какая крутая выплата. Надо делиться информацией. Поздравляю, Ян. Спасибо, Настя. Супер. Ребят, ну поймите, это может каждый, понимаете, каждый, это всех ждет. Вот если вы будете... Мы скоро будем там. Да, Виталь, по-любому. Ждите нас, ждите. Ждем, вообще ждем всех с нетерпением. Вы же видите, все партнеры выходят. Мы же тоже, с Сашей, когда пришли, да, Саша вспомнит, для нас это 800, боже, это, наверное, какие-то избранные только туда могут пойти, в этот стол. Мы-то вообще тут как бы... Чем? А сейчас уже крутимся. Да, по второму кругу, ребята, представляете, просто. Ну, уже клоны выходят 800. Это как вообще? Извините, пожалуйста, а можно вопрос задать? Да, ребят, задавайте. Потому что, да, я вот новичок, и у меня был такой некоторый опыт работы в матрицах, и это была, значит, компания Primers, может быть, слышали про такую. Да, вот, и просто да, как-то вот я села считать, у меня не получилось не пригласить туда ни одного человека, я почему сейчас отношусь так очень, ну, как скептически к матрицам, некоторое такое недоверие и ощущение, что нужно пригласить полкитая, да, чтобы, для того, чтобы выйти на какие-то такие существенные деньги, да, ну, хотя бы вот на такую выплату, как 8 тысяч долларов. Вот, и вот такой у меня вопрос, сколько человек в вашей команде, вот вы, да, выходите периодически на такую выплату, не до конца просто непонятен здесь маркетинг, да? Сколько человек в вашей команде, в вашей структуре, чтобы выйти вот на такую выплату? Спасибо. Возврат у нас со второго человека. Я уже показывала. Да, возврат со второго человека сразу. Ну, конкретно сколько, ребят, в моей команде людей, честно, не занималась подсчетами. Сразу говорю, я такой, ну, я считаю, это ерунда какая-то такими подсчетами заниматься. Честно, ребят. Я не вела статистику. Понимаете? Ян, имеется в виду вот хотя бы первая линия, наверное, мне кажется, вот чтобы для прояснения. Ну, ну я, типа... наверное, несколько десятков первой линии. Да, несколько десятков. Я ну, же считаю, вот этот вопрос как бы интересен, потому что я знаю, что у людей в матрицах есть первые линии, чтобы заработать нормальные деньги и по 100, и по 250 человек. Угу. До более-менее нормальных денег. Нет, а ты как бы миллионер. Нет. У меня меньше, да. 50. Меньше вот, 50. Вот этот, мне кажется, важный момент. Именно. Дима, ты скажи результат.
У тебя сколько людей и сколько ты заработал? Вот скажи. У меня около 28 человек всего в первой линии, и из них, наверное, далеко не все в автохаусе. Ну вот стол 300, который мы сейчас вот рассматриваем. И человек, наверное, 19, мне кажется, в первой линии у меня всего в автохаусе. 800 тысяч на руки и 600 ждем вот через неделю-две одним чеком. Да, уже спокойно. А у тебя плечо, да, у Димки плечо уже, да, Димки? Да, у Димки. Первая линия – это личники ваши, да? Первая линия – это личники? Да, это да. По вашей ссылке, по вашей личной ссылке, да-да-да. Ага, все понятно. Ага. Вообще тоже вот скоро получать это 800 и, ну, очень морально готовимся всем городом здесь мы. 10 гаражей купишь или там 37 машин, как ты считаешь? Да, 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 я считаю в эквивалент. Когда Димка будет получать, надо, наверное, такой же эфирчик замутить, да? Можно, да, я только знаю. Это Диму надо неожиданно пригласить. Да, да, сказать, Дима, а кто будет получать, да? Да. Да, давайте тогда идем на голосовательный чат. Да, угу. Давайте, наверное, немножко передохнуть. Сегодня день супер. Вообще, вечерок, да, так 600 тысяч прилетело. Нормально такой вечерочек. А ты мужа? Ну, у меня, ребят, время почти 11 вечера уже так-то, как бы спать уже ложится скоро. Яна, поздравляю спасибо, тебя. Аль, спасибо. Уже, знаете, как привычно, ну, 7200. Все уже привычно. Привыкаешь к таким деньгам. Конечно, красики. Сейчас опять полетят. Красики. Ну все, ребят, давайте тогда. Ждем. Ребят, я просто хочу сказать, что сколько бы ни было выплат, да, но вот эмоции, они всегда одни и те же. Вот радость в глазах, блеск. Это просто приятно смотреть. Согласна, ребят. А Яна, можно еще такой, да, вопрос задать вам? Да. А какие у вас вот, ну, вот методы работы? Как вы привлекаете новых людей? Ну, я, ребят, конкретно работаю в соцсетях. То есть я вот не работаю со знакомыми, со своими, да, там, со своего города, там, свои какие-то там, ну, вот эти вот знакомые, да, обычные вот эти вот, которые с земли. То есть я в соцсетях работаю, в Инстаграме, в Ютубе. Ютуб у меня основной, это упор, это видеоконтент у меня упор. Я, то есть, люблю, мне вот проще, знаете, например, не писать что-то, да, вот это вот, я терпеть не могу этого писать, а просто сказать человеку, поделиться информацией, да, вот так вот сесть перед камерой и поделиться информацией о компании, да. То есть у меня очень много видео, можете зайти на мой YouTube-канал, посмотреть, то есть я веду YouTube-канал, вот как пришла в компанию, практически сразу начала его вести. Ну, просто начала элементарно, записала маркетинг на листочке. Просто взяла листочек, да, там ручку и начала рисовать маркетинг. То есть вот так вот я работала, да? То есть пока свой... Ну, обучение какие-то есть у вас, да? То есть, да, если, например... Да, у нас Виктория обучение. Смотрите, у нас обучение прямо в самом кабинете. Вот я кабинет когда показывала, да, там есть вкладочка обучения. И у нас обучение от Александра Бека. Может быть, такого слышали, знаете? Вот. Там полностью там все пункты, все по всем соцсетям. Такое обучение, можно сказать, как бы с сопровождением, потому что пока вы первый, например, урок не прошли, да, не отправили на проверку задание, вам не будет доступа ко второму уроку. То есть это очень круто, потому что тебя проверяют, да, как ты сделал урок, все тебе там какие-то рекомендации, и потом уже доступ к следующему уроку. Ну и плюс у нас обучение в нашей команде, ребят, конечно. То есть за полтора года, да, вот команда полтора года существует, за полтора года уже, конечно, наработки есть немаленькие, да, там куча всяких каналов, там и скрипты, и возражения, ответы, и переписки с людьми, да, там прям живые переписки, да, как люди, которые успешные, да, рекрутеры хорошие переписываются с людьми. Ну, все есть, то есть очень много информации. Вот так, ребят. В общем, ребят, сейчас у нас закончится конференция, так что всех жду на голосовой чат. Приходите, все у нас сейчас, вырубит. Всем спасибо, кто был на Zoom. Всем спасибо. Запись будет, ребят.
Миллионерам привет! Привет, привет!